Восьмой раз в техникуме детей НИЯУ МИФИ проходит церемония награждения «Звездные ассорти». Здесь участвуют те, кто защищал честь учебного заведения не только в учебе, но и в различных конкурсах и проектах. Я благодарна всем, кто принимает участие в этой церемонии, а в первую очередь виновникам этого нашего торжества, тем ребятам, которые защищают и поднимают авторитет нашего института, нашего техникума. В этом году звездочки получили 130 номинантов. Благодарственного письма и традиционной премии от главы города удостоилась студентка техникума Алена Овчинникова. Сегодня я делегирован от имени главы города Горшенина Николая Анатольевича поздравить вас с завершаемым учебным годом. Для кого-то этот год был заключительным. Хочу пожелать вам, чтобы где бы вы ни находились, чем бы вы ни занимались, вы всегда были уверены в себе и в своих силах. Сама обладательница премии главы города говорит, чтобы заработать столь высокую оценку, пришлось потрудиться. Ну, конечно же, очень приятно, что я как бы заслуживаю такой премии. Я очень много старалась, училась и, конечно, рада. Татьяна Лисеева, Константин Белов, новости Димитровграда.